Интернет-самоубийство или стирание личных данных из социальных сетей. С этой проблемой сталкивается все больше пользователей всемирной паутины. Причины разные. Кто-то устраивается на новую работу, кто-то делает это накануне предстоящей свадьбы, а кто-то просто не хочет, чтобы его личная жизнь была достоянием общественности. На самом деле все зависит от того, насколько глубоко вы погрязли в сети. Есть, допустим, некоторые ресурсы, с которых удалиться невозможно. То есть, если вы зарегистрированы в социальных сетях, то удалить профиль социальных сетей, конечно, возможно. Если вы каким-то образом публиковали там что-то в блогах или каким-то образом участвовали там в новостных ресурсах или какие-то сторонние ресурсы публиковали о вас информацию, это будет сделать довольно сложно. Но при этом придется убить немало времени, потому что нужно связаться с каждым отдельным ресурсом поочередно, просить удалить информацию о себе. Как известно, спрос рождает предложение. За границей над коммерческой стороной интернет-безопасности задумались намного раньше. Там существуют специализированные компании, которые за определенную плату обещают начать жизнь в сети с чистого листа. Цена от $129 до 10 тысяч. В нашей стране такой услуги пока нет. И отечественные IT-специалисты не советуют обращаться к подобной помощи. Честно говоря, я бы не доверял подобного рода компаниям, поскольку на самом деле они могут сделать большую часть работы за вас и взять за это деньги. Да, конечно. То есть они могут удалить вас из социальных сетей, принять от вас заявление, обратиться во все крупные компании с целью удаления информации о вас. Но полностью информацию удалить у вас в интернете, скорее всего, они не смогут за какую-то фиксированную плату. В общем так, полностью удалить информацию о себе из интернета невозможно, особенно фотографии. Хотя бы в одном из поисковиков ваше видео, комментарий или блог обязательно проявится. К тому же интернет-ресурсы в целях коммерции избавляются от неактивных аккаунтов. На самом деле, через какой-то период времени все данные удаляются, потому что незачем хранить данные, хранение которых стоит денег для несуществующего пользователя, который не активен в сети и не приносит пользы. Так, по крайней мере, вы оградите себя от сыщиков-любителей и повысите уровень конфиденциальности своих личных данных. И помните, чтобы о вас было минимум информации в интернете, не выкладывайте ее на всеобщий доступ.